Друзья, всем привет! Сегодня у нас новый выпуск. Я нахожусь в поселке Девичья гора. Позади меня прекрасный дом по проекту Classic 120. Но речь у нас сегодня пойдет не о нем. Тема сегодняшнего выпуска – это приобрести готовый дом, либо же заказать строительство. И сегодня мы попытаемся ответить на этот вопрос. Наши менеджеры часто жалуются мне, что очень большое количество людей приходит в нашу компанию именно за готовым домом. В итоге они все равно потом заказывают строительство, но об этом позже. Почему же так происходит? Первая причина – это просто боязнь заказывать строительство. Почему? Строительный рынок – очень большой рынок недоверия. Куча историй, куча обманутых дольщиков, куча недобросовестных строителей. Люди банально боятся, что они дадут деньги, и застройщик пропадет. Либо построить не то, что они хотели, не то, что они видели на картинке. Вторая причина, на мой взгляд, очень простая, банальная. Люди просто не хотят ждать. Они съездили к друзьям, увидели классный дом, им тоже захотелось переехать за город, вот прямо здесь и сейчас. А наша компания выбрала для себя политику строительства домов именно под клиента, под заказчика. То есть у нас, конечно, бывают готовые дома, но это происходит крайне редко, и с каждым годом их будет все меньше и меньше. Мы стараемся строить под клиента, сейчас я расскажу почему. Почему я не рекомендую приобретать готовый дом в Уфе? Именно в Уфе, потому что в здешнем рынке я разбираюсь и могу говорить уверенно. В других регионах может быть все иначе. На мой взгляд, приобретая готовый дом в нашем регионе, чаще всего вы приобретаете кота в мешке. Во-первых, очень мало застройщиков предоставляет проектную документацию на свои готовые дома и акты скрытых работ. А самое главное, несут честную гарантию. Таких застройщиков в Уфе можно по пальцам пересчитать. То есть, приобретая дом, вы не понимаете, как делался фундамент, были ли выдержаны все сроки при его заливке, какое там количество свай, нормально ли сделана кладка, все ли в порядке с кровлей. Вы эти моменты не видите и не понимаете. И проверить это будет очень сложно. Если вы сейчас поедете выбирать готовый дом, то вы заметите, что большинство готовых домов продаются с получистовой или даже с чистовой отделкой. Для чего же это делается? Открою вам секрет, что делать получистовую и чистовые работы застройщику или там частнику, как правило, невыгодно. Гораздо проще сдать коробку и забыть. Это делается лишь для того, чтобы скрыть все дефекты дома. Под стяжкой и натяжными потолками вы не увидите, какие у вас уложены плиты перекрытия. Под слоем штукатурки вы не сможете посмотреть, нормально ли сделана кладка, везде ли есть обвязка и так далее. Таких нюансов очень много. И под слоем получистовой и чистовой отделки, если у вас нет проектной документации, вы никогда об этом не узнаете. Готовы ли вы перевести свою семью в дом, когда вы не понимаете, как он был построен, были ли соблюдены все СНИПы и не принесет ли в будущем вам этот дом проблем? И второй немаловажный момент – это будет ли дом соответствовать всем вашим ожиданиям. Планировка, посадка на участке, банально цвет штукатурки или облицовочного кирпича, какие-то дополнительные строения. Найти такой дом очень сложно. Если вы такой дом нашли, вам очень повезло. Как правило, человек, приобретая готовый дом, идет на компромисс сам с собой. Потому что да, в целом дом мне нравится. Но вот здесь вот я бы, наверное, подвинул перегородку. Вот здесь сделал бы немножко другой цвет облицовочного кирпича. И таких нюансов очень много. Но в целом дом нравится и жить в нем можно. Да, конечно, в приобретении готового дома есть и свои плюсы. Первое и самое главное, вам не нужно ждать. Покупаете дом, перевозите мебель, семью и можно жить. И да, вы действительно можете найти хороший, качественный, готовый дом, который будет соответствовать всем вашим ожиданиям и жить в нем долго и счастливо. Но шанс, что вы такой дом найдете, он достаточно невелик. И вопрос, готовы ли вы рисковать? А теперь я расскажу, в чем преимущество строительства дома под заказ. Во-первых, это, конечно же, выбор участка. Вы можете выбрать участок в понравившемся вам поселке, в понравившейся локации,
оптимальной для вас площади, то есть продумать, какие строения будут располагаться у вас на участке, исходя из этого уже определить для себя комфортную площадь вашего участка. Повернуть, точнее посадить дом на участок относительно сторон света. Второе, это, конечно же, выбор проекта. Проекта, который вам понравится визуально, который будет подходящий для вас площади. Проектов на рынке огромное множество. Только в нашей компании около 30 типовых проектов. Но если вам не хочется типовой проект, вы всегда можете заказать индивидуальное строительство. В этом случае у вас уже будет полностью персонализированный и, скорее всего, уникальный проект. Мы переместились в дом. Здесь я расскажу про третий плюс заказа строительства. Это, конечно же, персонализированная планировка. Поверьте мне, не существует идеальной планировки под каждый тип семьи, потому что у каждой семьи свои поведенческие особенности, свой состав семьи, естественно. Мы построили около 400 проектов. Многие из них типовые, но даже в типовых проектах заказчики всегда вносят какие-то изменения в планировку. Будет ли у вас раздельная кухня с гостиной, как в этом проекте, либо это же будет единое пространство? Будут ли у вас окна в пол или обычные? Хотите ли вы делать в своем доме камин? Будет ли у вас выход на задний двор? Сколько будет санузлов? Сколько будет спален? Все эти вещи, они обговариваются с архитектором, и вы создаете идеальный проект, идеальную планировку именно под себя, под свою семью и под свои потребности. В готовом доме сделать этого уже не получится, либо это будет очень долго и трудно. Кстати, ребят, забыл сказать очень важный момент. Это то, что при заказе строительства дома вы можете контролировать все этапы строительства. То есть вы видите, как заливается фундамент. Мы, кстати, всегда приглашаем наших заказчиков на залив фундамента. Видите, как ведется кладка, как делается кровля. Вы даже можете нанять сторонний технадзор, то есть какого-то знакомого, или просто есть куча компаний, которые этим занимаются, человека, который будет постоянно на стройке следить за ходом строительства. Это не запрещается, по крайней мере, у нас в компании. Подытожим. Если вы все-таки решились переехать в загород, в свой частный дом, несколько раз подумайте, прежде чем приобрести готовый дом, возможно, лучше действительно заказать строительство. Потому что приобрести дом – это не то же самое, что купить квартиру. Как правило, дом приобретается один, максимум два раза в жизни. И я думаю, что в таком случае дом должен соответствовать всем вашим ожиданиям, всем вашим потребностям на много-много лет вперед. И, наверное, стоит потратить небольшое количество времени. Срок строительства дома, по крайней мере, в нашей компании, это от 6 месяцев черновой и до года в чистовой отделке под ключ. Так вот, возможно, стоит подождать этот год. Это не такой большой срок ради того, чтобы получить тот дом, который вы изначально представляли у себя в голове. Перед завершением ролика скажу важную вещь, которая касается именно нашей компании. У нас на этот год загружено производство. Если вы хотите начать строительство именно в этом году, у нас осталось всего 10 свободных мест. Поэтому поторопитесь, если к следующему лету вы хотите уже переехать. На этом у нас сегодня все. Надеюсь, кто-то из вас, посмотрев этот ролик, изменит свое мнение по поводу готовых домов и строительства дома. В любом случае, выбор остается за вами. Главное, чтобы вы в конце получили тот результат, который вы ожидаете. Все, всем всего хорошего. Подписывайтесь на наш Инстаграм, на наш YouTube. Смотрите, ролики будут выходить и дальше. Всем пока!